в Ромашково на территории Одинцовского дома-интерната для пожилых людей восстанавливают источники наружного противопожарного водоснабжения. Идет замена труб для двух пожарных гидрантов, а также утепление на зиму имеющегося в шаговой доступности бетонного резервуара. Напомним, Одинцовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с круглосуточным пребыванием людей, в том числе и лежачих, является социально значимым объектом.